Доброе утро. У нас карта дня 5 декабря. Сегодня у нас воскресенье. И нам выпадает вестник воздуха. Карта говорит, что сегодня вы рискуете попасть в довольно сложную, а может быть, не слишком приятную ситуацию. И в течение дня вам предстоит все время с кем-то или с чем-то сражаться. Ну что ж, конфликт-то конфликт, не избегайте его. А нужно лишь сохранить ясную голову и реагировать трезво и хладнокровно. Старайтесь не увлекаться, продумайте свою тактику и действуйте без эмоций. Тогда и в самом сложном конфликте вы сможете одержать победу. Но даже если конфликт окончится в ничью или вы проиграете, не волнуйтесь, это тоже пойдет вам на пользу. Возможно также, что вам на выручку придет человек, скорее всего, это мужчина, который хорошо к вам относится и готов встать на вашу защиту. Это может быть ваш друг, родственник, деловой партнер. Он займет вашу сторону в споре, поможет советом или делом. И положившись на него, вы способны любую ситуацию сегодня обернуть в свою пользу. Хорошего вам дня!